Всем добрый вечер, девочки. У нас сегодня такой поздний эфир. Хотела на самом деле выйти в эфир к вам завтра, но поняла, что завтра, наверное, как и мне, многим будет не до эфира. Поэтому решила, что все-таки мы встретимся с вами сегодня. Как я вам и обещала, проведу сегодня прямой эфир по камуфлирующим базам. И мы с вами будем совмещать их с новыми декорациями. Потому что сейчас... Всем здравствуйте! Сейчас осенняя пора. На самом деле, камуфлирующие базы, дизайны а-ля натурель, они сейчас будут очень актуальны. И... Здравствуйте, девочки! Всем здравствуйте! И как раз у нас отличный для этого повод. Как ни печально, завтра 1 сентября. Думаю, не будем расстраиваться, мы будем на, конечно же, позитивные нотки, вот, и что-нибудь интересное присвоим. Договорились? Переворачиваюсь, отключаю фильтр сразу и начинаем. На самом деле, девочки, дизайны камуфлирующие, так, что-то мы не перевернулись, перевернулись, все. На самом деле, девочки, дизайны вот из серии камуфляжиков, ну, либо камуфляжиков, это имеется в виду камуфлирующие базы, либо из серии после опила, именно гелевая технология, либо выкладка без опила гелевой технологии. Эти дизайны, они уже достаточно давно не выходят из моды. То есть вот этот а-ля натурель, да, как правило, под Новый год у нас эти дизайны уходят на задний план. И летом эти дизайны уходят на задний план, когда хочется яркости, чего-то такого прям... Так... Изображение опережает звук. Так. Ну вот, начинается. Начинается. Звук тормозит. Звук тормозит. Так, секунду, девчонки, попробуем. Так, я перезагрузила интернет. Надеюсь, что все будет нормально. Очень надеюсь на это. Итак. На чем я остановилась? Летом хочется чего-то яркого, а в остальное время, на самом деле, это очень все актуально. И на вот в такие моменты шармиконы, нейлдрессы, они очень круто дополняют вот такие дизайны. Интересные можно вещи делать с камуфляжиками. Сегодня мы с вами все нормально, все хорошо, сейчас отлично, супер. Интересные очень вещи можно делать с этими дизайнами. Я сегодня хочу поработать прям активно вот этими нейлдрессами. Это у нас получается такие осенние дизайны, листья, цветы и так далее в акварельной технике. Они так и называются — акварельная осень. Они очень круто смотрятся вот как раз на камуфляжиках. Так, ну, не будем долго затягивать. Будем творить. По традиции я буду сейчас придумывать все в прямом эфире, чтобы вам видно было, что действительно это можно прям брать и делать. Многим очень понравился такой формат прямых эфиров, потому что видно, что, как, куда, откуда берутся идеи. Всем здравствуйте, девчоночки, кого еще не приветствовала. Типсики берем. Ну что, вы к школе готовы? У кого завтра школа начинается? У кого завтра 1 сентября? Действительно, 1 сентября. Ставьте плюсики, посмотрим, сколько нас таких. Я не знаю, на самом деле, как дети. Наверное, больше бедные родители. Потому что дети, вот мои дети пока захотели в школу. У меня младшая дочка прям с ума сходит. Уже, наверное, недели две хочу в школу, и все, хоть ты тресни. Прям до слез у нас.
Все, пошли, мамочки. Да, да, короче, девчонки, я вам сочувствую, в таком же положении у нас в этом году. О, в прошлом году был первый класс, в этом году 9 класс, в общем, веселуха предстоит та еще. У меня здесь две камуфлирующие базы в наличии. Я буду работать сегодня ими. Короче, собратьев по несчастью мне много. Да, на самом деле сейчас вот пока еще дети хотят, и поэтому это 1 сентября, наверное, каторга на данный момент больше для родителей, чем для детей. Я помню себя в таком же возрасте. Мне вот тоже за 2 недели всегда хотелось в школу. Вот все, я лето ненавижу всех, ничего не хочу. Буквально 2 недели до школы, дней 10, мне безумно хочется в школу, но этого хватает ненадолго. Вот. Я не знаю, есть ли дети, которые очень хотят все время в школу, очень хотят все время, и которым школа не надоедала. Мне кажется, таких детей, наверное, не существует. Смотрите, я делаю небольшое выравнивание, так как у меня типса, естественно, она имеет свою арочку, прям такую сильную уже. Я сильное выравнивание здесь сделать не могу, иначе просто-напросто у меня получится такая прям плюшечка-плюшечка. Я делаю такое легенькое выравнивание. Ну и помогаю себе тонкой кисточкой. Выравнивание для чего сейчас делаю на типсе? Ну, немножечко хочется оттенок все-таки показать, добавить его, чтобы было видно, что будет в реале. Конечно, типсы розовые, и оттенок все равно немножечко искажен, но тем не менее. Тем не менее, очень будет все равно интересно. Итак, сюда можно добавить, что я хочу сюда добавить? Вот эти сейчас возьму декорации. Ну и давайте возьмем с вами слова. Смотрите, когда вы используете и шармиконы, и нейлдрессы, можно пойти на небольшую хитрость. Можно сначала, опять, если у вас не камуфлирующая база, допустим, а цвет, можно сначала приклеить шармикон, обезжирить, приклеить шармикон и вместе со слайдер-топом потом все это перекрыть, то есть шармикон отдельно уже перекрывать вам не нужно, он будет под слайдер-топом. Так как у меня здесь сейчас дисперсия базы, а дисперсия базы, как мы знаем, достаточно такая жирненькая, я могу, если у меня дизайн не на весь ноготочек, а только вот такой вот кусочек, я могу приклеить дизайн на дисперсию базы. Но с этим очень аккуратно. Если вы не уверены, что у вас это будет все стоять, лучше не рискуйте. Лучше обезжирьте и работайте как положено. Я сейчас сделаю, во-первых, потому что у меня носиться это все по-любому не будет. Плюс я знаю, что у меня дизайн не на весь ноготь. Так, где-то у меня была баночка с водичкой. Вижу. Для слайдеров вообще идеальный вариант, конечно, использовать водичку такую, какую-нибудь тепленькую, почти горячую. Очень хорошо размачивается все, очень классно получается. Можно брать обычную, конечно, воду, если нет под рукой, теплой или горячей. Вырезаем нужный нам элемент. И размачиваем. Можно, девочки, совмещать пару элементов, допустим, я хочу, могу с другой стороны приклеить еще какой-нибудь лист. Вот, вот такой вариант. Никто это не запретит. Все это легко сочетается вместе. Дальше нам понадобится с вами пинцет.
Напоминаю, что если нет дисперсии базы или вы переживаете, как будет носиться, перекрываем все топом слайдер. Растягиваем. У базы просто очень тоже хорошая дисперсия. Раньше мы на самом деле слайдеры все сажали на базу, когда не было топа слайдер. Конечно, носка была не такая хорошая, как у топа слайдер, но тоже все носилось. То есть, в принципе, мы с вами сочетать можем эти декорации как угодно. Что делать, если у вас декорация пошла внахлёст, так, фокус, внахлёст друг на друга? Допустим, здесь я приклеила и хочу максимально близко приклеить еще один слайдер. Что я должна сделать? Я должна чуть-чуть зафиксировать вот этот нижний слайдер, пройти ультрабондом, и на дисперсию ультрабонда я могу приклеить еще второй слайдер. Это если вот нужно совместить. Дальше обязательно фиксируем в лампе вместе с дисперсией. И далее я возьму ультрабонд, обязательно сверху слайдер топом. То есть, если я сейчас посадила на дисперсию базы, это не значит, что я сверху не буду перекрывать. Сверху тогда тем более слайдер топ. Ультрабондом я растворила только стык в стык, ни в коем случае не внахлёст. Чтобы вы не порвали кисточкой от ультрабонда то, что уже растворилось. 30 секунд сохнет на воздухе. И далее перекрываю обязательно уже слайдер топом. Слайдер топ. Топ для слайдеров. Идеальный вариант топа для как раз таки nail dress'ов. Nail crust 5D, без разницы. Что я делаю? Я перекрываю очень тонко, конечно, без продирания, чтобы не смазать дизайн, но очень-очень тонко. Почему? Если я буду перекрывать толсто каждый слой промежуточный, у меня получится прям плюшечка-плюшечка. Мне она не нужна абсолютно. Если мне хочется сейчас добавить, девочки, чего-то яркого, ну вот какую-нибудь изюминку, скажем так, да, я могу взять любой оттенок, могу взять такой оттенок, могу взять такой оттенок. То есть, если мне хочется капельку яркости где-то подключить все-таки, любой оттенок, это может быть даже эмпаста сверху, и добавить какие-нибудь элементы. Но это потом. Сначала, чтобы посадить шармикон, мне теперь нужно снять дисперсию. Вот теперь я снимаю дисперсию и сажаю шармикон. Я знаю, что я хочу сюда добавить, в любом случае добавить что-нибудь. Я очень люблю вот эти варианты логомании. Очень люблю. И поэтому для меня это вот прям идеальный вариант добавить какое-нибудь словечко. Если не хочется утолщать снизу со стороны свободного края дизайн, можно приклеить вот сюда сверху, без разницы. Смотрите сами, как вам больше нравится. Так. Ну, давайте здесь оставим так. И плюс, ну, я возьму оттеночек 340 из нашей новинки. Это наша новая коллекция «Эгоизм», которую мы с вами рассматривали в прошлый раз, которую презентовала на прошлом прямом эфире. Из новой коллекции возьмем оттеночек 340. Возьмем что-нибудь в качестве палитры. Можно поставить наши любимые мазочки кисточкой.
А можно взять кисточку? Сейчас найду какую-нибудь кисточку. Пошире. Не линярочку. Сейчас я ее промою, девчонки. Кисточка. Если лежала кисточка у вас без работы какое-то время перед работой, лучше промыть в базе или в топе. Шармиконы на лист. Нет, девочки, шармиконы на липкую основу слайдер топа ни в коем случае не клеятся. Шармиконы это силиконовые наклейки, они клеятся на поверхность без липкого слоя. Все, что как легко запомнить, все, что нужно растворить в воде, клеится на слайдер топ. Чтобы вы не растворяли, будь это 5D или 5D стекло, помните, да, такие тоже у нас есть нейл-крусты, стекло, которые в прошлом году были у нас, снежинки, вот такое вот все, обычные слайдеры, все, что растворяется водой, клеится на слайдер топ. Все, что не растворяется и имеет под собой липкую основу, вот я прям пальчиком чувствую, они липкие. Это клеится на поверхность без дисперсионной пленки. Смотрите, как я уже сказала, можно поставить мазки, а можно взять и что-нибудь пофантазировать, типа вот таких мазочков. Тоже очень классно смотрится. Это может быть пару мазочков, может быть один мазочек. Это может быть вообще непонятно что. То есть варианты мазков бывают разные. Вот мне нравится и такой вариант. То есть взяли и добавили какой-то яркий акцент. Это можно делать, кстати, сверху эмпастой. У кого есть неоновая эмпаста, очень круто смотрится это все эмпастой поверх топа. Я хочу матовый. Ну, это любовь моя любовная. Я хочу перекрыть матовым. Любой дизайн вы можете перекрыть глянцевым топом. Спокойно. То есть здесь нет каких-то рекомендаций. Только глянцевый или только матовый. Нет. Здесь мы играемся уже как хотим. Как хочет наш клиент, точнее. То, что мы хотим, это одно, конечно. Есть клиенты, которые ну, не любят матовый. Или им противопоказан матовый топ. Все. Вот смотрите, достаточно такой быстрый дизайн, но как эффектно смотрится. Вы можете сделать остальные пальчики все камуфлирующим цветом, камуфляжный, грубо говоря, да, просто а-ля натурель. Вы можете на остальных просто добавить лого. Ну, то есть логоманию, слова. Вы можете сделать все остальные пальчики вот такими розовыми. Вариантов масса. Сам факт, очень интересные варианты дизайна получаются вот как раз-таки с такими нейтральными какими-то цветами. Можно придумать массу всего. Пусть этот досыхает дизайн, мы с вами еще что-нибудь пофантазируем. Да, очень круто на самом деле смотрится. Вот это очень актуально. Даже когда вы все пальчики сделаете просто камуфляжиком, а пару пальчиков вот такие с ярким акцентом. Представляете, как это классно будет смотреться. Притом вы можете опять пошли фантазировать. Вы можете сделать на одном пальчике с акцентом, на другом пальчике без мазков. А где-то на этих пальчиках, которые просто ни о чем, без ничего, там чисто мазочки сделать. То есть ну, здесь уже играемся как хотим. Этот мы делали вариант, когда был слайдер дизайн сначала. Давайте покроем. Тоже есть такая красивая база, 11 номер, Dark Rose. Есть клиенты, которые любят розовые базочки. То есть, ну, опять, это может быть по показаниям, когда
бежевые базы типа пятерки. У меня есть клиентки, у которых базы типа пятерки смотрятся, знаете, вот как коричневатыми прям. Хотя пятерка база, она нейтральная абсолютно. Но когда кожа рук достаточно такая прям розовая, база пятерка может смотреться прям коричневой. Не сталкивались, если с этим, присмотритесь. Но вот есть такой цвет кожи, на который, к сожалению, даже универсальная пятерка не подходит. Так же, как и нюд-гель. Вот для таких клиентов существует у нас пин-гель. Или вот такие вот розовенькие базы. Опять-таки, есть просто клиенты, которые любят разнообразие и пробуют разные базочки. Где-то молочную, где-то там коричневую, где-то, я не знаю, там бежевато-розовую, где-то еще какую-нибудь. Ну, в общем, есть те, кто любит экспериментировать с базочками. На ходу придумываешь. Ну, да, девочки. Девочки, я клиентов беру своих постоянных. Новых клиентов я не записываю сейчас, нет возможности. Просто физически нет возможности брать новых клиентов, потому что очень много работы, и я просто не успеваю. Если я начну брать новых клиентов, у меня некуда будет записывать моих старичков, которые ко мне ходят уже много лет. Поэтому, к сожалению, новую клиентскую базу сейчас пока не набираю. Дизайны на ходу. Ну, на самом деле у нас такая работа — придумывать на ходу. Просто мастера, которые недавно начали, не так давно начинают, у вас еще мало насмотренности. Насмотренность, она играет очень большую роль. И когда вы с опытом что-то видите и пытаетесь скопировать, что-то видите и опять пытаетесь скопировать, со временем у вас вырабатывается вот эта вот насмотренность, и у вас идеи, они в голове сами уже по себе начинают складываться, как мозаика, как пазл. Давайте теперь начнем наоборот, как я говорила, с шармикона. То есть я обезжириваю. Ну, допустим, если вот у меня нет дисперсии базы. Ну, вот нет ее. Либо пришлось стереть, либо еще что-то произошло. И я хочу начать с шармикона сначала. Ой, мне вот эти слова, как мне нравятся вот такие вот словечки всевозможные. Вот такие вот линии, я не знаю, на мой взгляд, они сами по себе уже круто смотрятся, даже их, если без ничего приклеить. Ну, а если их еще и доработать, ой, это прям вообще. Так, что я хочу сюда добавить? Я точно хочу сюда добавить. Так, сейчас посмотрю, что у меня здесь есть под рукой. Мне просто здесь на самом деле очень маленький, скудный выбор в этих условиях. Так, что мы сюда можем добавить? Кстати, у нас есть вот такие замечательные шармиконы. Очень крутые, очень. Я не знаю, я прям в них влюбилась. Мне безумно они понравились. Смотрите, как они круто смотрятся. Сочетание черный с золотом сам по себе уже выигрышный вариант. То есть, смотрите, даже если я сюда просто приклею один шармикон какой-нибудь, уже будет очень круто. Даже вот этот вот леопард, казалось бы, леопард, лист. Ну, то есть, поняли, о чем я, да? Вот эти шармиконы, девчонки, вот если вы любите что-то такое хаотичное, вот абстракцию, прям советую. Они безумно круто смотрятся. Так, ну что, сюда мы можем добавить какой-нибудь вот такой вариант. Просто, смотрите, мазочки. И, допустим, мне сейчас надо приклеить слайдер. Что я делаю? Я беру слайдер топ. Где искать эфир с капсулой?
эфир с капсулой, девочки, смотрите, в ленте были эфиры с капсулой. С капсулой какой? А, вы, наверное, про новую капсулу, которую сегодня мы проводили. Все, я про старые. А, про новую капсулу, девочки, эфир выложат буквально на днях. Мы его сегодня только проводили. И в течение где-то пары дней девочки на Amy Official также в ленту выкладывают эфиры. Смотрите, если мне нужно сверху посадить какой-нибудь слайдер, я могу убить двух зайцев. Я могу перекрыть топом слайдер тонко, все вместе с шармиконом. То есть я зафиксировала, и мне сверху дополнительно не нужно будет промазывать еще сам шармикон тем же топом Теклас. Я сразу убиваю двух зайцев. Я делаю дисперсию под свой nail dress, nail crust, без разницы, и одновременно закрываю шармикон. Вот мне, кстати, хочется, мне очень хочется добавить сюда какого-нибудь вот такого хаоса. Вот хочу прям, давайте добавим. Раз хочется, нельзя себе отказывать. Нельзя. Вот прям если хочется, то надо. Прислушивайтесь всегда к своему внутреннему голосу, потому что он зачастую не обманывает. Итак, в чем идея этих nail dress'ов? Идея в том, что мы можем, не привязываясь с вами к одному nail dress'у, сделать что-то хаотичное. Ну вот, допустим, вот таким вот образом. Видите, я могу вырезать элементы без привязки к какому-то одному элементу, одному рисунку. Это очень круто смотрится. Добрый вечер. Шармиконы с каждым разом все круче. Я тоже об этом думаю, что шармиконы и nail dress на самом деле они усовершенствуются. Но опять-таки, смотрите, появляется спрос, появляется предложение. Да, то есть что-то выходит одно. Вдохновляемся, мы же начинаем выкладывать с вами кучу идей. Давайте вот так, смотрите, сделаем. Прям можно вниз опустить, можно поднять. То есть можно не на весь ноготь это делать. Мы же с вами выкладываем идеи. Конечно, это все вдохновляет на то, чтобы изобретать что-то все новое и новое. Вот давайте, кстати, продолжим тематику. Я чуть-чуть зафиксирую то, о чем я говорила. Вот смотрите, я вначале проговариваю, потом у меня все это выплывает в очередном каком-нибудь дизайне. То, о чем я говорила, как прикрепить, допустим, вот захотелось мне сверху прикрепить еще один элемент дизайна. Выбираю, какой элемент я хочу. Здесь нужно мне что-то такое достаточно броское. Вот я хочу какой-нибудь яркий элемент. Слушайте, как круто будет здесь смотреться гранат. Давайте гранат сделаем. Или вот этот пышный цветок тоже будет очень прикольно смотреться. Вот, все. Прям вот на ходу смотрю и придумываю. Клиенты, которые меня знают, некоторые приходят и говорят, вот делай, что хочешь. То есть сами могут выбрать какие-нибудь, допустим, дизайны, типа вот nail dress. Вот хочу вот из этого что-нибудь. И есть клиенты, которые вот прям я тебе доверяю. На самом деле это и плюс, и минус, конечно. Это плюс для мастеров, кто любит творить. Минус для мастеров, которых пока еще тяжко с фантазией. Вот. Но такие клиенты есть на самом деле, и иногда они прям вдохновляют. Смотрите, если мне нужно приклеить элемент на элемент,
я прохожу топом с ультрабондом, чтобы растворить сам слайдер. Сейчас, секунду, у нас тут железная дорога рядом, и ее прям очень-очень слышно. Добрый вечер, девочки! Всегда, пожалуйста, всегда с удовольствием выхожу с вами пообщаться. Мне самой на самом деле это вдохновляет, и зачастую просто нет времени отдельно творить, а вы меня вот прям вдохновляете что-то делать. И смотрите, если у меня пойдет слайдер внахлёст, видите, у меня здесь есть дисперсия, вот здесь вот. Вот здесь у меня есть дисперсия. Здесь дисперсии не было, я прошла ультрабондом, и дисперсия появилась. И я спокойно могу приклеить свой слайдер, потому что здесь дисперсионная пленка тоже присутствует. Вот такой у нас родился дизайн. А давайте одно, а давайте другое. И в результате появляется сам по себе дизайн. Еще прохожу разочек ультрабондом. Но только теперь, девочки, аккуратнее, так как предыдущий слайдер у меня уже растворен. То есть мне надо пройтись только по этому. 30 секундочек. И обязательно с вами тонко фиксируем слайдер топом. Сейчас мы можем зафиксировать уже не весь ноготочек, а только вот этот вот вариант, который мы с вами добавляли, только сам слайдер. То есть шармиконы у меня уже перекрыты, мне их не нужно дополнительно как-то фиксировать. Подсушиваем. И после этого матовый топ. Мне очень нравится, как под матовым начинает играть дизайн. Очень красиво. Ну вот прям очень интересно. Сейчас, кстати, сейчас вспомнила еще про один дизайн крутой. Сейчас вам его покажу. Так. Очень интересно получается нахлёст. Нахлёст один на один однотипных слайдеров, шармиконов, неважно, через какую-нибудь молочку. Это может быть файбер, это может быть 249 оттеночек, это может быть что-то другое, неважно что. Но в данный момент у меня молочка здесь только одна. Девочки, не знаю, но мне безумно нравится, особенно под матовым. Ну, смотрите, вот просто вот одно попробовали, второе попробовали, третье, и в результате очень прикольно смотрится. Поэтому не бойтесь никогда своих фантазий. Пусть они вам помогают. Я сейчас хочу сделать нахлёст какие-нибудь элементы. Можно, кстати, поиграться также вот с такими слайдерами. Вот. А сверху внахлёст посадить вот такие слайдеры. В общем, давайте. Сначала слайдер топ. То есть в этих дизайнах, то, что будет сейчас, вы должны учитывать тот момент, что у вас будет база сверху. То есть не задавайте сильно толщину снизу. Либо молочку нужно поплотнее, чтобы она перекрыла вам ваш дизайн. Сушим. Мне так нравится ваш дизайн. Вроде бы ничего сложного, так клево. Да, потому что на самом деле очень круто сочетать один с другим, с третьим. Элементы, вот эти вот, ну вот то, что я говорю, мозаика, они сейчас, такие дизайны очень актуальны, когда вот все вместе, но при этом смотрится достаточно лаконично. Ну вот
опять-таки, скажите, что вы бы не сделали вот такой какой-нибудь дизайн, даже пускай на одном, на двух пальчиках. Ну, здесь много всего, но они за счет особенно того, что сейчас это камуфляжики, они смотрятся очень ненавязчиво. Поэтому вот, видите, фантазируем вместе. Звук, вернись, звук. Девочки, напишите по поводу звука. А то я сейчас прям расстроюсь. Так, ну давайте возьмем какой-нибудь другой слайдер с той же тематикой графики, но другой. Норм звук. Ой, отлично, девочки. Значит, может быть, перезайти нужно? А есть ли ими база какая-нибудь не сильно плотная, прозрачная? Не поняла вопрос. Есть ли в Эйми база какая-нибудь не сильно плотная, прозрачная? Камуфлирующая база, молочная база какая? Напиши, пожалуйста. Звук есть. Супер, девочки. Значит, девчонки, кто у кого... Да, у кого нет звука или что-то с изображением, перезайдите, пожалуйста. Вот я хочу вот с этим элементом поработать. Мне очень нравится. Вот этот элемент. Вырезала. 12-я база очень крутая, девочки. Это вот, если не брать в расчет ту, которая недавно вышла, Fiber, это одна из любимчиков среди клиентов. Вот она самая ходовая, это та база, которую мы приобретаем чаще всех. То есть сейчас вот вышли Fiber, две молочные, они тоже классные. А после них 12-я, наверное, даже не после них, она на их уровне идет. Просто 12-ю мы покупали гораздо чаще, потому что она была на тот момент единственной. 12-я после, да, она полупрозрачная. Если ты имеешь в виду камуфлирующая база, но которая не сильно плотная, пятерка, она сейчас в новом формате не сильно плотная. Пятерочка, она такая вот, вроде бы камуфлирующая, в то же время оттеночек очень-очень нейтральный. Берем с вами. Можно как-нибудь наискось приклеить слайдер. Не обязательно растягивать его полностью. Можно кусок приклеить. Очень-очень тоже классно будет смотреться. Обязательно подсушиваем, девочки. Обязательно подсушиваем. Я хочу взять что-нибудь с листиками, с листвой. Вот мне прям хочется что-нибудь с листвой. Смотрите, что здесь мы можем взять, если не сильно громоздкая. На самом деле это может быть не только листва, это могут быть вот такие веточки, тоже очень круто будут смотреться. Давайте растворим их. И как я уже говорила, чтобы мне на слайдер приклеить с вами еще один слайдер. Вспоминаем. Так, давайте пройдусь по краю. Уберу излишки пленки, чтобы она мне потом не мешала. Только мы обсуждали, чтобы мне пройти, приклеить еще какой-нибудь слайдер, я должна ультрабондом сначала пройтись по нижнему. Ну, слайдер большой, на слайдер большой лучше, конечно, так не делать. А если у вас какой-нибудь элемент не сильно большой, вот как сейчас у меня будет, то, в принципе, очень прикольно. Вниз я пущу веточку. Давайте, наверное, зелененькую.
оно слегка заметно. Можно потемнее брать. И опять ультрабонд. Опять ультрабонд. Аккуратно, так как нижний слайдер у нас уже ультрабондом растворенный, мы работаем очень аккуратно. И сверху я зафиксирую все 12-й молочной базой. И у меня получится такой вот, знаете, дизайн уходит на где-то на задний план. Очень классно это будет смотреться, такой дизайн с 249 оттенком или с файбером. Тоже прикольно будет. Не перестарайтесь только здесь толщиной. Если хочется поплотнее прям спрятать дизайн, значит, берите файбер. Файбер прям плотненькая базочка. Такая перекрываемость у нее очень хорошая. Девчоночки, красный на ноготках. Это у меня сейчас на самом деле ногти полностью там тестовые. Это никакой пока номер. На них не обращайте внимания. Это мне нужно было кое-что посмотреть. Поэтому здесь без номера. Да, девочки, поздно сегодня в эфире, потому что сегодня и работа, и эфир на Эми у нас был офишал. В общем, только такое время, потому что я поняла, что ближайшие пару дней эфир не смогу провести, так как у всех 1 сентября. И теперь мы берем второй элемент и приклеиваем сверху. Вот то, что было сзади, оно уходит на задний план. То, что у нас сейчас я приклеивала сверху, видите, оно у нас получается все выходит на передний план. Здесь можно элементы потемнее брать. Можно взять еще, знаете, что здесь? Какую-нибудь веточку. Давайте еще какую-нибудь веточку прям. Прям вот, смотрите, вот на меня смотрит вот такая еще веточка. Добавить можно. Интересный вариант такой получается. Вот то, что внизу, оно ушло все вот прям куда-то в тень, так скажем. Но при этом фон, он же остается, девочки. То есть фон, он никуда не уходит. Так, фокус. Фон остается. Вот это вот все получается как фоновый снизу дизайн. Смотрится невероятно интересно. Опять, только этот элемент ультрабонд. Только этот элемент. Сверху слайдер топом я зафиксирую только этот также элемент. Буквально вот промазываю. Остальное у меня все внизу. Мне там ничего не нужно. Просто промазываю этот вот прям точечно элемент, который мы клеили сверху. И после просушки покрываем все топом. Эфир сохраню, конечно. Ну, постараюсь сохранить. Я надеюсь, что Инстаграм выделываться не будет. Надеюсь, у него сегодня настроение хорошее перед 1 сентября. Видите, я даже не добавляю, в принципе, здесь шармиконы, потому что дизайн получается, вот он многослойный. Он сам по себе уже интересный. Опять, если у вас снизу будет, допустим, не графика, не слова, то в принципе можно и шармикон добавить сверху какой-нибудь, но такой небольшой, чтобы не закрыть нижний вот этот вот слой. Смотрите, как круто получается. Вы видите, вот то, что было у нас первое, оно
вот мы его утопили под слоем молочки. И опять-таки зависит от молочной базы. Посильнее, послабее, посветлее, побелее. И то, что сверху у нас получается очень классно, выходит прямо на передний план. Мне очень нравятся вот такие дизайны. И веточку зеленую слегка видно, и графику вот эту всю видно. И в то же время вот сверху у нас прям две такие прикольные веточки легли. Очень классно смотрится, очень прикольно. И даже если вот остальные ноготочки у вас будут камуфляжные, такой вот, знаете, как изюминка на торте, вишенка на торте. Могу. Спасибо большое, девочки, спасибо за комплименты. На самом деле, вот ваши слова меня приободряют и воодушевляют на то, чтобы что-нибудь еще творить. Могу приблизить. Вот такой вариант у нас интересный. Можно еще сильнее спрятать, либо наоборот, где-то что-то подчеркнуть. То есть здесь опять-таки пошла ваша фантазия. Видите, здесь дизайн уже такой самодостаточный. То есть даже шармиконы, в принципе, здесь не требуются. Он уже интересный. Так. Ну что, мы с вами потихонечку будем закругляться. Надеюсь, что вам эфир сегодняшний понравился. Сегодня мы поработали с вами с камуфлирующими базами и посмотрели, как интересно можно обыгрывать дизайны, неважно они какие, осенние, не осенние, но даже камуфляжики, камуфлирующие ноготочки. Камуфляжные ноготочки уже все заговаривают. Видимо, мой мозг начинает со мной ругаться. Даже такие нейтральные ноготочки очень интересно можно обыграть. Это у нас здесь камуфлирующие базы. Кстати, вот эти базы, девочки, они достаточно холодные. То есть, если наши классические базы, они прям пекучие, ну, как и все остальные, вот эти базы, они более холодные, они не так пекут в лампе, как вот первые, сколько там оттеночков, до 8, вот эти вот 9, 10, 11, 12 оттеночки, они холодные считаются базы. То есть есть, конечно, тепло, но не такое, как вот при полимеризации тех баз. Неповторимый шедевр. Спасибо, девчонки, большое. Напоминаю, что мы с вами обязательно еще увидимся на этой неделе. Кто у меня новички? Новички просили у меня эфир, как начать работать, как начать делать, как перебороть свои страхи. Я помню, девочки, я не забыла про вас. Обязательно в конце этой недели с вами выйдем в эфир и поболтаем. Эфир будет на поговорить. Так что, если у кого-то есть какие-то вопросы, есть какие-то проблемы, присоединяйтесь, мы их обсудим. Я обязательно заранее выложу сторис за сутки, обязательно, чтобы все максимально увидели. Потому что я знаю, что действительно у многих есть такой затык, я с этим уже неоднократно сталкивалась. И обсудим это все со стороны мастера. 11, вот видите, кто-то у нас 11 обожает. То есть на вкус и цвет на самом деле все мы разные, все клиенты разные, и должно быть в любом случае у вас в арсенале несколько оттенков, даже камуфлирующих баз, потому что кто-то любит одно, кто-то любит другое. Мне не нравится фон, давайте это все красивенько. Сейчас куда-нибудь мы с вами это все красивенько переклеим. А то прям какие-то заляпанные подставочки рабочие. Я понимаю, что рабочие, понимаю, что это значит, что хорошо, но смотрятся они крайне нехорошо. Так, вот так гораздо интереснее.
Так, ну что, это у нас были камуфлирующие базы и новиночки, наши дизайны. Надеюсь, что я вас вдохновила. Творите, отмечайте в сторис меня. Мне будет интересно посмотреть, что вы там делаете, что вы фантазируете. Все, девчоночки, всем хорошего остатка вечера, всем спокойной ночи. Завтра всем удачного 1 сентября. Всех целую, пока-пока.